хотел поприветствовать всех миром Господа Иисуса Христа. Мы находимся здесь, чтобы еще раз представить вам нашу программу, которая связана с воскресной библейской школой. Мы каждое воскресенье в 12 часов по бразильскому времени транслируем эту программу. Мы говорим о свидетельствах наших братьев, пасторов со всего мира, там, где у нас есть наша церковь. И так как люди, наши члены наших церквей, они изучают уроки воскресной школы. И сегодня мы начнем нашу программу, взывая о крови Иисуса. Давайте воззовем о крови Иисуса. За этим мы прославим Господа в псалме, и после этого начнем нашу программу. Давайте закроем наши глаза и помолимся. Господь наш Бог и Отец, мы взываем к Тебе, Господь, и просим Тебя, Господь, через силу крови Иисуса, даруй нам благословение в отношении передачи этих свидетельств. Господь, мы хотим просить Тебя за учение, за доктрины, за познание, Господь, все то, что относится к Твоему Царству, Господь, чтобы мы могли познать Твою благодать, Господь Иисус. Мы просим Тебя, благослови нас в течение всей этой трансляции, Господь, чтобы Дух Твой Святой мог действовать среди нас. Молимся во имя Господа Иисуса. И аминь. Давайте услышим псалом. И за этим мы продолжим. Хочу служить Тебе, Боже. Хочу служить Тебе со всей моей силой, воспевая всем сердцем, всей душой, и петь Тебе в жизни моей. Иисус, Иисус, рукою меня укрепи. Иисус, Иисус, не дай мне Тебя подвести. Дай мне говорить о Тебе лишь, Твоей благодати и любви. И дай до конца возвещать всем лишь истины Божии Твои. Иисус, Иисус, рукою меня укрепи. Иисус, Иисус, не дай мне Тебя подвести. Очень хорошо, братья и сестры, мы славим Господа за все, что Он... Поговорим о свидетельствах, благодарим Его за эти свидетельства, за работу Духа Святого, который мы получаем не только в церквях Бразилии, но также по всему миру. И мы теперь посмотрим, услышим свидетельства из некоторых стран в Европе. И, извиняюсь, прошлое воскресенье мы говорили о Европе, а в это воскресенье мы поговорим о Центральной Америке. Наш брат, пастор Аэлис из Никарагуа, из города Матагуалпа, он расскажет нам, поделится с нами свидетельством о работе Божией в их стране. Возлюбленные, меня зовут пастор Аэлис Филиппе Урбино Кон из Никарагуа. Я хотел поприветствовать всех наших братьев, пасторов, пресвитерий, миром Господа Иисуса Христа. И хотел бы поделиться с возлюбленными пасторами, что мы очень рады, мы очень рады всегда получать и участвовать, и идти в одной и той же динамике, в одном и том же движении библейской воскресной школы, двигаться в одном направлении. Мы в особенности благодарны Господу и за всю помощь пресвитерии в том, что они помогли нам установить антенну, спутниковую антенну, через которую мы получаем эти уроки воскресной школы.
Мы рады, потому что город Матагалпа, он получает постоянно, воскресенье за воскресеньем, уроки воскресной библейской школы. И это помогло нам очень сильно возрасти. Мы видим, как рост происходит по мере того, как мы познаем и понимаем Слово Господне. И поэтому мы благодарны и выражаем нашу благодарность всем нашим братьям, пасторам, и потому что это помогает им ощущать себя частью и трудиться и идти с твердостью, в безопасности, и зная, где мы живем, в какой момент мы живем, мы видим, что в этот момент мы очень счастливы, потому что мы знаем, по какому пути мы идем, знаем наше направление, и эта динамика воскресной библейской школы, которой мы следуем со всей твердостью, она помогает нам идти путями, стопами нашего Господа Иисуса. Мои братья, я хотел бы выразить еще раз нашу радость, наше счастье участвовать в этой чудной работе Божией, этой славной работе Духа Святого. Я прощаюсь со всеми вами, прощаюсь со всеми братьями и сестрами от имени Церкви в Никарагу. Братские объятия всем вам, братья и сестры. И хотел бы выразить еще раз, что мы продолжим участвовать в этой динамике воскресной библейской школы, потому что наш духовный рост, он растет по мере того, как мы познаем Слово Господне. Возлюбленные, братские объятия и мир Господа Иисуса всем вам. Аминь, пастор Арелис, благодарим вас за ваше участие, за то, что вы выражаете то, что говорите о том, что церковь, она растет по мере того, как она познает Слово Божие. И мы также приветствуем вас миром Господа Иисуса. Мы очень рады за это свидетельство, которым вы поделились с нами. И еще в Никарагуа мы отправимся в столицу Никарагуа, в город Манагуа. И участие, чет нашего брата Фернандо Нери. Он вообще бразилец, и он живет в Никарагуа. И он в том городе отвечает, в столице Никарагуа, Манагуа, он отвечает за церкви. И он также поделится с нами отчетом, дополнениями в отношении работы Божией, в особенности работы воскресной школы в Никарагуа. Возлюбленный мир Господа Иисуса, я диакон Фернандо Нери, я живу в Никарагуа, в столице Манагуа. И мы благодарим Господа за то, что мы можем делиться с братьями и сестрами, нашим свидетельством, нашими переживаниями, нашими дополнениями. Для нас является великим благословением откровение Божие через учение воскресной библейской школы. Давайте ценить эти учения и давайте применять все то, чему мы учимся, потому что это несет нам великий рост, великий духовный рост. Господь Иисус да благословит нас всех, благословит всю Его церковь Маранафа. Господь Иисус грядет. Аминь, брат Фернандо. Какое чудесное свидетельство нашего брата, диакона Фернандо. И он заканчивает свое свидетельство словами «Маранафа, Господь Иисус грядет». Это наше богатство, это наш клич победы в этот момент. Да будет прославлено имя Господне. Теперь перенесемся из Центральной Америки. Мы отправимся в Европу, в Англию. И мы услышим свидетельство, отчет нашего брата, пастора Карлоса Киарелли. Он пастор из церкви в Лондоне. И также у нас есть группа в Дублине, в столице Ирландии. И он поделится с нами о работе Духа Святого среди церквей, о которых он заботится. Приветствую всех миром Господа Иисуса. Меня зовут Карлос Киарелли. Я служу пастором
в церкви здесь в Лондоне, а также в Дублине, в Ирландии. Я хотел бы поделиться с вами нашим свидетельством в отношении воскресной библейской школы. Мы участвуем, активно участвуем как церковь. Мы отвечаем на вопросы, мы собираемся всей церковью по понедельникам и разбираем вопросы после служения. Мы собираемся все вместе и мы через Zoom мы отвечаем на вопросы все вместе, после того, как пастора уже разослали вопрос. И каждый брат, каждая сестра, они имеют возможность поделиться тем, чего они достигли. И церкви, как в Англии, так и в Ирландии, они участвуют в этом чудесном моменте, в моменте воскресной библейской школы. И Дух Святой, Он действует среди нас, открывая нам тайны и секреты Слова Божия. И мы видим всю глубину учения, доктрины, которая утверждается среди нас. И мы радуемся всему этому. Мы видим, как Дух Святой поддерживает нас. И в эти трудные, трудные дни столько вызовов мы сталкиваемся. Но Дух Святой, Он углубляет нас в Слово Божие. Он дарует нам осознание пророческого момента, в котором мы живем, и напоминает нам, что момент наш схож с тем моментом, когда евреи перед исходом из Египта, они собирали своих домах, в их домах был свет, было откровение Духа Святого, чтобы они отделили Агнца, испекли его на огне. И слово говорит, что если семья маленькая, то они могут позвать своих соседей. Мы как церковь, мы маленький народ, мы посылаем слово, посылаем линки нашим друзьям, чтобы много, намного больше людей могли участвовать в этом чудесном банкете, когда мы углубляемся в Евангелие среди нас. В наши дни мы прощаемся со всеми вами. Мир Господа Иисуса. Благодарим пастор Карла за это чудесное свидетельство, которое наполняет наше сердце радостью, зная, что он вспомнил о народе израильском, который каждый собирался в своем доме, чтобы вкушать от Агнца. И мы, каждый из нас, собираемся по домам, вкушаем от этого Агнца, и мы делимся со всеми теми, которые, кто нуждается в этом. Мы посылаем линки, мы размещаем объявления в социальных сетях и делимся этим словом. И еще в Англии мы хотели бы показать вам свидетельство нашей сестры. Она принадлежит церкви пастора Карлоса. Ее зовут Катюша Силва Дукарму. Она расскажет нам свидетельство на английском языке и поделится свидетельством. Ее зовут Катюся. Мир Господа Иисуса Христа всем вам. Я являюсь членом церкви, христианской церкви Маранафа в Англии, в Бернмаут. И я хотела бы поделиться с вами красотой этой работы, поделиться с вами свидетельствами, которые мы достигаем в Слове Господнем. И когда мы все вместе собираемся, находим ответы на вопросы, для нас это чудесно. С самого того дня, когда мы начали эту работу, Бог говорит к нам. Он ведет нас и помогает нам понять свое слово. И хотела бы сказать, что единственная манера, единственный образ, когда мы можем пройти через этот трудный момент с радостью и в мире, это когда мы обращаемся к Слову Божию и понимаем, открываем для себя тайны Его работы. И поэтому отвечать на каждый вопрос, читать, изучать Слово Господне, является для нас чем-то чудесным. Все сестры, которые принадлежат к моей церкви, они имеют подобное свидетельство. Мы все вместе собираемся в одном теле с целью искать и углубляться в Слово Божие. Бог действует среди нас, и мы благодарны Ему за то, что Он позволил нам быть частью этой работы. Мы не могли бы выразить всю благодарность, как это чудесно служить этому чудному Богу и увидеть все то, и поблагодарить Его за все то, что Он
даровал нам. Я прощаюсь с вами миром Господа Иисуса. Сестра Катюша, она сказала, что сестры, все сестры, они трудятся вместе, они собираются вместе и изучают, и каждая из них переживает одно и то же переживание, когда они углубляют Слово Божие, открывают для себя тайны Слова Божие. Благодарим сестру за свидетельство. Господь да благословит ее. Господь да благословит их труд в церкви в Бернмаут. И также другие церкви в Англии, других сестер в ее церкви. Господь да благословит вас, сестры. Мир Господа Иисуса. И теперь из Англии мы перенесемся в Голландию и услышим свидетельство пастора Андерсона Вассер. Он является пастором церквей в Голландии, в Бельгии, в Люксембурге. И пастор поделится с нами отчетом о работе в церквях в этих трех странах. И также о том, как церковь принимает учение воскресной школы. Мир Господа Иисуса, пастор Андерсон. Мир Господа Иисуса всем вам. Мы рады участию нашей молодежи здесь, в Голландии, в Бельгии, в Люксембурге. Мы видим, как учение воскресной библейской школы, оно помогает нам расти, назидает нас, укрепляет и помогает нашей молодежи участвовать все больше, когда они с радостью записывают видео, что посылают ответы в Бразилию. Для нас это великое свидетельство. Хотел бы поделиться этим свидетельством и сказать вам, что среди всей этой трудной ситуации церкви, они рады, наш народ, он участвует в служениях, участвует в ответах. Мы видим, как все, каждый вовлечен, церковь, она вовлечена. И это очень сильно радует нас, потому что это участие, оно помогает церкви расти, и братские объятия, мир Господа Иисуса. Благодарим пастора Андерсона за его свидетельство и за информацию о том, что вы участвуете в воскресной школе и видите, как церковь растет, и участие церкви растет. И это очень радует сердца всех пасторов, когда вся церковь вовлечена в изучение Слова Божия, когда они собираются, изучают Слово Божие. Очень интересно, очень замечательно. И благодарим вас, и молимся, чтобы Господь благословил вас, ваше служение во всех этих трех церквях, чтобы церковь, она была укреплена и напитана этим Словом Божиим. И теперь, как свидетельство также, в Голландии, в одной из церквей пастора Андерсона, наша сестра из церкви в Амстердаме, в Голландии, и сестра, ее зовут Лариса, она девушка из группы молодежи, и она поделится с нами свидетельством о воскресной труде, о воскресной работе школы среди молодежи. И мы получаем видео, ответы из наших братьев из Голландии. Мир Господа Иисуса, меня зовут Лариса, и я являюсь членом церкви, христианской церкви Маранафа в Амстердаме. Воскресная библейская школа является для нас великим благословением, для всех нас, когда мы все вместе изучаем по воскресеньям, и для нас это является великим назиданием, и тому, что мы учимся, и церковь растет вместе с этим. Однако для нас мы сейчас еще раз находимся в локдауне, поэтому не можем посещать церковь, но Господь призывает нас через его проект спасения, через откровение Духа Святого среди церкви и делает для нас это возможным через служение онлайн. Воскресная библейская школа является великим благословением, потому что она помогает объединить учение, соединить и унифицировать доктрину, унифицировать учение по всем церквям. И здесь, в Амстердаме, мы также переживаем то же самое. Мы все больше и больше растем в познании Слова Божия. Благодарим сестру Ларису за ее свидетельство в отношении воскресной школы, которая является благословением, потому что она помогает унифицировать, соединить
доктрину во всей христианской церкви Маранафа, по всему миру, и в особенности в церкви Амстердам. Она говорит, что мы растем все больше и больше в познании Слова Божия. Благодарим сестру Ларису, Господь да благословит сестру и благословит работу братьев молодежи в церкви в Амстердаме. Мы перенесемся теперь из Амстердама, из Голландии, в Японии. И из Японии мы услышим два свидетельства в отношении воскресной библейской школы в наших церквях в Японии. Первое свидетельство наш брат, диакон Фернандо Мияширо, он поделится, он отвечает за церковь в Японии, в городе Какамитакара. И он отвечает за церковь, и пастор, отвечающий за этот регион, это пастор Дэвид Виер из Вашингтона, Соединенных Штатов. И брат Фернандо расскажет нам о свидетельстве в церкви Катамитахара в Японии в отношении к воскресной школе. Мир Господа Иисуса, меня зовут Фернандо Мияширо из церкви в Японии. Хотел бы поделиться с вами и сказать, насколько важно учение воскресной школы для нас в Японии. Мы находимся физически далеко друг от друга, но объединены одним словом. И по мере того, как мы ищем ответы на вопрос, мы видим все богатство Слова Божия, учения, и также через ответы братьев, сестер на вопросы. Мы также славим Господа за привилегию жить одним и тем же пониманием, вне зависимости от физической удаленности. Мы здесь, в Японии, находимся далеко от других братьев, сестер, других странах, но Господь, Он объединяет нас через Слово, и Слово продолжает действовать в нас, и мы также назидаем, и через Слово, которое говорит Ефесянам 4:4-6, одно тело, один дух, как вы были призваны в одну надежду вашего призвания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который превыше всех, во всех вас. И да будет прославлено имя Господне. Да Господь благословит всех вас и продолжает благословить свою работу среди нас. Мир Господа Иисуса. Благодарим вас, брат Фернандо. Вы недалеки от нас, мы не находимся далеко. Хотя вы находитесь от Бразилии в другой части мира, но вы живете в нашем сердце, и мы всегда собираемся на наших собраниях, которые мы проводим с братьями и сестрами через Zoom. Я недавно участвовал в одном из семинаров с братьями из Японии, когда я смог еще раз увидеть наших братьев и сестер, где мы имеем работу среди этого народа около 20 лет уже. И пастор Дэвид Виера теперь отвечает за этот регион. А теперь мы перенесемся и поговорим, услышим свидетельство другого брата из другой церкви в Японии. У нас в Японии есть три церкви и одна небольшая группа. Брат, он из города Тойота. И этот брат, Виктор Акаши Ширази, он поделится с нами свидетельством из города Хамамацу, из провинции Шизуока. Брат Виктор, мир Господа Иисуса. Я хотел бы выразить, что эта динамика воскресной библейской школы является для нас великой ценностью, великим благословением для нашей работы, для нашего роста здесь, в Японии. Когда вопросы, когда это учение, оно доходит нас великой глубиной, и оно наполняет наши сердца, укрепляет нас духовно. Одним из великих благословений Господне для нас, мы славим Господа за это, потому что, несмотря на то, что мы далеки от Бразилии и от других братьев и сестер по всему миру, мы можем
вкушать от одного и того же хлеба, вкушать в одном и том же общении, с радостью и простоте сердца, как говорит Слово Божие в книге Деяний 2:46. Господь Иисус зашел на крест Голгофы, Он умер за нас, и мы узнали, что завеса разорвалась, и мы теперь стали священниками. И очень важно, чтобы мы жили этим священством, и чтобы мы росли в познании. И наш Господь Иисус, первосвященник, чтобы мы могли пребывать во славе с Ним вовеки. Мир Господу Иисусу. Брат Виктор, благодарим вас о том, что он поделился, что откровения, эти учения, они приходят, доходят до них со всей глубиной, и он видит это, мы видим это через свидетельства и ответы, которые мы получаем от братьев и сестер из Японии. Мы транслируем постоянно ответы. И он сказал так: Господь Иисус взошел на Голгофу, умер за нас, и завеса разорвалась, и теперь мы являемся священниками пред Господом, и для нас это очень важно исполнять наше священничество и расти в познании благодати нашего Господа Иисуса. Благодарим вас, брата Виктора, Господь да благословит ваше служение как диакона братьев в Нагое. Господь да благословит тружеников и диаконов со всей Японии. И мы также благодарим братьев за ваши свидетельства, которые вы постоянно присылаете. А теперь мы подходим к концу нашей трансляции. Мы помолимся и прославим Господа за результат этого труда, который является для нас настолько чудесным, что церкви по всему миру, они получают эти учения, и они активно участвуют в этой воскресной школе. В следующее воскресенье мы представим вам другие свидетельства из других стран, чтобы каждый из вас знал, как работа Божия посредством своей доктрины, посредством учения достигает сердца людей в это время. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за Твои благословения для нас, нашей жизни, за эту трансляцию, за то, что так обильно обогащает нас, нашу духовную жизнь. Мы знаем, что Ты, Господь, заботишься о Твоей работе, и наш труд пред Тобой не тщетен. Мы молимся Тебе, Господь, за Твою работу в Бразилии, за Твою работу за рубежом, и Ты, Господь, обильно благословляешь нас. Мы благодарим Тебя и славим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Да будет прославлено имя Божие. Братья, на этом мы завершаем нашу трансляцию и прощаемся со всеми вами. Миром Господа Иисуса.